От пианино до барабана больше никакой фонограммы, только живая музыка. Раяна Бужева занимается вокалом несколько месяцев со дня открытия Дома культуры в родном селении. На камеру говорить не любит. Девочка свои эмоции и чувства предпочитает выражать через песни. В основном это минорные произведения. Появились такие музыкальные инструменты, как аккордеон, гитара, пианино и барабан у ДК месяц назад. Раньше о таком здесь могли только мечтать. Любовь Шанхоева одновременно и директор, и преподаватель вокального кружка отмечает, что живая музыка позволяет детям лучше освоить информацию, да и придает выступлениям особый шарм. Действительно, я очень довольна. Они были нам необходимы. Спасибо, что подарили вот эти инструменты. Конечно, уже легче работается, дети вот стараются как бы, ну, у меня всегда была, вот я люблю сама живую музыку, чтобы дети работали под живую музыку. Вот. А фонограмма, это, конечно, хорошо, но я думаю, что вот когда дети под живую музыку работают, да, это намного лучше. Инструменты приобретены на средства, выделенные для проведения комплекса мероприятий по случаю 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. В ДК помимо вокала работают еще три кружка – хореография, прикладное искусство и ИЗО. В стенах второго дома свои творческие способности развивают 64 воспитанника. С наступлением летних каникул детей меньше не стало. Напротив, в селе появляется все больше юных талантов. Мама. Мария Магмин, Андрей Труга, ну, нарисовать маму. Так, уроки тоже. Как нарисовать маму? Например, я нарисовала маму. Зазаж бидях, как мама рисовать айас. Танцевальный, хаих, физический развитие мухоли, так, школе на гасун, тайха, физрах ахтах, сухолсу, потому что ас оза физически нагрузка из дуд ах, всегда я хочу физически нагрузка из ахтах. Мне нравится делать поделки. Солнышки, кактусы. Мы еще делаем очень много вещей. Во время летних каникул у юных талантов забот много. Сейчас подопечные вовсю готовятся к различным конкурсам. Кружок ИЗО к выставке, а танцоры к выступлениям к концерту. Поэтому все их время расписано. Салман Нестеров преподает хореографию в ДК всего несколько месяцев. Заявляет, что у детей хороший потенциал. Поэтому мне здесь было легче в том плане, что у меня была хорошая посещаемость. То есть дети пошли, и с каждым днем все больше их было. Как бы. Но трудно было в том плане, потому что никто до этого не занимался. Это 2-3 девочки буквально, которые там где-то что-то. А в остальном, да, в этом плане было трудно работать с ними. У них большое желание, они заинтересовались. Руководство ДК надеется, что культурная среда в сельском поселении будет более доступнее, а новых талантов в стране станет больше. Хава Гайзикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.